И снова здравствуйте! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня готовим губчатый яичный пирог, приготовленный на пару. Для его приготовления мне понадобится 4 крупных яйца. Я их вымыла хорошо, залью водой комнатной температуры и оставлю на 10 минут. Также мне понадобится щепотка соли, 2 столовые ложки сахара, столовая ложка масла растительного и мука. У меня сегодня рисовая, можно использовать кукурузную муку. Миксером нужно хорошо взбить яйца. Вначале я добавляю щепотку соли в яйца и немного пробиваю. Затем понемногу буду добавлять сахар и взбивать примерно 3-4 минуты. По желанию можно добавить ваниль или ванильный экстракт. Взбиваем яйца до очень пышной массы. Вот такая должна получиться яичная масса. Теперь добавляем столовую ложку, примерно 10 грамм, 11 растительного масла. Вмешиваем масло и затем постепенно будем вводить муку. Муку для этого рецепта лучше использовать низкоглютеновую. Это рисовая может быть мука, как у меня, или кукурузная, гороховая, соевая. Далее нам понадобится пергаментная бумага, выстилаем форму пергаментом. У меня корзина мультиварки, но можно использовать любую форму. Выливаем подготовленное тесто и отправляем на паровую баню. Уже вода у меня закипела в кастрюльке. Я буду готовить в мультиварке, но крышку мультиварки закрывать не буду. Возьму просто обычную крышечку подходящего размера. Можно под крышку положить ткань, чтобы она поглощала влагу от конденсирующего пара. Но у меня как-то и без ткани все хорошо получается. Подогрев я выбираю самый сильный. Это у меня режим жаркое, и через 15 минут все готово. Вот такой губчатый яичный пирог у нас получается. Благодаря вот этим концам легко вынимается. А так как у меня бумага пропитанная, то ничто нигде не прилипло. Очень хорошо все, смотрите, как отстает. Но все же, если вы будете использовать обычную бумагу без пропитки, тогда лучше смажьте ее маслом. Такая красота, ну и, конечно же, вкуснотища получилась у меня в результате. Если вам понравился этот рецепт, обязательно повторите его. Получается очень пористый, очень нежный, губчатый яичный пирог. Готовится, как вы видели, он очень просто. Ингредиенты совершенно доступные, которые есть на каждой кухне. Для подачи на стол остывший пирог я нарезаю на порционные квадратики. А я желаю всем приятного аппетита, всего самого доброго, подписывайтесь на канал, оценивайте видео и пишите впечатления о рецепте. До новой встречи! Увидимся!